ужасные вопли. Чуваки! Да, да. Чуваки бегут к палатке бегут! Вижу! Потеряйся, Димон! Не стреляй в этих чуваков! Убил! Сумасшедший экшен! Где? А, я думал сзади. Вон он, чувак, вижу. Хорош. Убили, там снизу еще! Ой, всех мутузим! Бати нагинают! Есть! Бомбезные взрывы! Где? Вон он стоит на месте! Блять! Нецензурная лексика. Блять! 2 хп, идите просто нахуй! 1-1 бы я остался! 2 хп! И он, конечно же, его добивает, потому что у него осталось 2 хп. Пиздец, 3-е место. Ну что, видео получилось сочным. И я хочу кое-что сказать. Мы наконец-таки показали все, что есть в Last Man Standing, поэтому это будет, наверное, последней серии. Но если вы все-таки поставите много лайков, и на этом видео наберется 30 лайков, мы продолжим снимать. Но запомните, если лайков будет меньше 30, следующего видео можете не ждать. А пока что желаю приятного просмотра. Давай меня изо всех сил, изо всех сил. Ребята, я нашел ее спустя, собака, месяц. Спустя месяц я нашел это говно. И даже не в аэродропе, она лежала здесь. На сундуке, мать твою. Держи тебе сундук, потом, давай потом сундук. Охренеть, у нас еще аэродроп, твою. Нет, если мы вызовем аэродроп, мы спалим себя так. Бля, откуда? Извиняюсь за мат. Пипец. У меня голова заболела. Откуда она здесь взялась? Ты понимаешь, она не в аэродропе была? Она тупо лежала. Тупо. А, давай протестим. Мы хотели... Давайте посмотрим. Нет, не прибавляется. А может, если я выстрелю... Нет, я не хочу выстрелить. Не стреляй. Нет, блин, я... Вот, кстати, вот... Нет, лучше не будем. Жалко будет. А я нашел спустя 2 месяца, как я помню, я за ней гонялся еще до обновления. Даже после обновления сегодня осталось я нашел. Осталось, блядь, кого-то посадить. Вот, мы наконец-таки снимем новый... А, ребят, новый контент. Only for us. Ой, нет, он для you. Для нас. Да, я тебе это неправильно сказал. Вот, наконец-таки. Вот теперь можно Last Man Standing спокойно закрывать, как я вам рассказывал, то, что Last Man Standing, наверное, закроется, как найду базуку. Все, можно теперь точно. Не, если вам нравится, если вы хотите еще, ну, лайки поставьте. Да, ну, нет, да. Если вам прям нравится, так, мы, скорее всего, просто думали, Last Man Standing закончить и перейти на арк. Ну да, мы, кстати, вернуть хотел... арк на канал. Или какие-нибудь общие игры перейти в пятницу, там. А, чёрно, да, или еще что. Ну, такие, знаете, вот, ну, игры, в которые можно долго играть. Ну да, здесь просто как бы вот. Вот в чем прикол базуки, пока я его спалю. Видишь, она торчит очень жестко и прям палит меня вот так. Охренеть. А вот она торчит, вот в чем проблема, она палит жестоко. Если я буду это сидеть, меня видно. Вон он, чувак! Чувака вижу. Стрелять прям, что ли, в него? А его друг где-то, я его убил. Ну я ему лоу хп оставил. Да, я видел, я под конец начал стрелять в него. Так, я чуть поменяю позицию. Нам сейчас главное не сдохнуть, это так обидно. Помнишь, 40 сиди, урона? Сиди, 2 метра на 40... меня насрать, на да, меня насрать. Да, если ты сдохнешь, я отомщу. 2 метра это мало. 2 метра это 40 мало. Урона, если 3 метра уже сотня будет. Сейчас так, самое главное... 2 метра это мало, в любом случае ты ваншот дашь. Если... Нет, прикрой. Если вблизи меня, это... давай. Прикрой. Вон он, с камней, на камнях. Лови тебе гранатку. Вон он, да, на камнях. Блин, был бы прицел, я бы помог как-нибудь. Пытаюсь как-нибудь. Я боюсь, да. Прикрываю, стреляю в него. Блин, у меня ракетница, сука. Ой, извиняюсь. Потею. Ай, течет. Что течет? У меня пот, я потею. Я его гранату прям под ноги кинул. Ой, извиняюсь за такой... Я понимаю, что мы несем полнейшую ересь, сейчас вот опять скажут. Ну, у нас развлекательный канал. Блин, нам главное не просрать базуку. У нас еще и 180 щит, ты понимаешь? Главное иди не просрать. Иди сюда, давай ты извольнешь ему с базуки прям. Да я хочу, но я не могу подойти, он меня убьет. Я... Чуваки! А, да. Чуваки бегут к палатке бегут. Вижу! Потеряйся, Димон! Не стреляй в этих чуваков. Убил, одного почти там ранил хорошенько. Блин, я из-за базуки спалился. А еще один чувак за камнем. Если они ко мне побегут... Это вообще эпик. Ааа, экшен, мать его. Вон, стреляй по нему. Так, по мне никто не попадает. Да я хочу, но нет, лучше потом, когда, ко мне когда бежать начнут. Да, вот тогда. Чувак перебрался ко второму камню. Его головка торчит. Которая вот, рядом с тобой. Который камень, второй да? камень, блин, дальше от тебя. Вот там есть, видишь, у тебя 2 камня спереди. Вот он на дальнему перешел, к дальнему. Блин, были бы у меня гранаты. Чуваки еще в палатке сидят, зараза. За щитом один. Без головы, он лоу. Считай, стреляй в щит рядом с палаткой, давай. С РПГ, а, в палатке? У него хватит нет. Попал хедшот. О, один патрон на пушке с автоматом. Вон, вижу головку. Вижу. Ай! Ой!
уходи. Чуть не убил. Ты должен жить, ты один. Я должен, да, я должен убить хотя бы кого-нибудь. Минус один, минус один. Давай. Я вижу, он там сидит. Давай-ка его как-нибудь бомбанем. Сейчас. Я бегу. Осталось двое. Нет, я бегу. Тут двое осталось, они сейчас тебя расстреляют. Да я вот бегу аккуратно, у меня щиты в руках, у меня щиты есть. Сейчас, где он? Там чувак, который был рядом с камнем, да, он там и остался? Или вот, у него там куча щитов, сейчас прицелюсь с базуки, посмотрю. Он убежался или остал? Я не вижу. Вон, да, он там за вторым камнем. В щитах, зараза, сидит. Мне нужно, чтобы ты его убил. Ты как раз к нему. Блин, да я очкую, подходите. Вон он вышел, он идет к палатке, прямо к ней. Да, вижу. Стреляй по него. Сейчас его убьют. Да, его убили. Да, экшен, мать его. Я меняю камень, Димон. Окей, я тоже меняю. Я за деревом. Вон он, вижу, бегает. Где? Вон он стоит на месте. Блять! Ладно, мы хотя бы проверили. Давай, убей его, Андрюха. В палатке или где? В палатке, да, в палатке. Вот прям за палаткой. А нахера ты выкстрелил? С другой стороны. Я в него попал, он вроде попал частично. Со своей стороны за палаткой? Да. Или с моей? А за напротив, короче. Ты смотришь наперед, надо сзади, короче, он сзади. Короче, с твоей стороны. Короче, с моей, да. Я его как бы вижу. Он бежит. Ко мне бежит. У меня нет по нечем стрелять. Красавчик! Вот, чувак, просто нереально. Надо найти патроны, может мы сможем ее пополнить. Вот это есть вариант, что мы сможем пополнить. Вот главное найти сейчас, вот это самое важное. Мне патроны нужны, Мутаем у меня спас... всех этих бомжей. О, да. Охереть, просто разнесли, просто. Боги, боги Last Man Standing, дорогие друзья. Мы, наверное, не будем удалять. Ох, хорошая серия получилась. Ребята, с вас большой Лукас. Охренеть, мы всех разнесли, где кто тут был. Все. У меня патронов нету на эти, блин, зеленых. Я ничем не могу стрелять. Нам нужно сейчас обязательно найти чувака, у которого есть боеприпасы. У меня два огромных магазина. Держи тебе один. Вот, дай. И держи тебе прицел. Мне патроны нужны, у меня патронов нет. Есть аптечка, у меня патронов нет. Сколько аптечек? Аптечек у меня 18, мне, ну, эти, пенкиллеров. Сколько щитов? Щитов 3. Короче, на тебе 7-ёрочку. Обалдеть. Ну, то, что ты с РПГ промазал, вот это обидно. Обидно, да. Оно попадает. Давай, а то в чем прикол? Я в него стрельнул, но оно не попало. То есть оно как-то вниз летело. Она ракетница, то есть я стрелял в него, а ракета чуть ниже полетела и попала в землю. Вместо того, чтобы в него. Вот в чем проблема. Жаль. Скинь мне патроны, ты никак не скинешь мне. Я скинул. А, ты скинул? Что, их не взял? Ну, взял, у меня 60 лежал. Штук, я думал, у тебя больше. Я тебе стольник кинул. А у меня 60 только. Я стольник тебе кинул, где он? Не знаю, не видел. Твою мать, Димон, у меня самому мало патронов. Ладно, все, пофиг, тебе... 60 хватит, тоже сойдет. Нам нужно найти чувака, у которого боеприпасы. То есть будем чисто рашить сейчас, надо найти чувака. Меня даже ни разу не попали, я просто... Да, меня тоже ни разу не попали. Надо сейчас тупо найти чувака, у которого будут боеприпасы, это коробка, и пополнить. Блин, зря ты потратил. Жалко, конечно, жалко, надо было все-таки догадаться. Что именно потратил? Ты коробку потратил с патронами. Да я не ожидал, что... Я думал, ты не будешь стрелять. Да я хотел же специально подойти поближе, я поэтому и пошел к нему. Чтобы ее бомбануть. Видимо, баллистика работает, да? Она быстро вниз упала, ракета. Она у меня залагала в этот момент, когда я выстрелил. Меня залагало. Честно тебе скажу. Ой, ребята. Тут надо взять ему топ-1. Все, да, сейчас обязательно надо, потому что есть смысл. Вот теперь я вижу смысл. Когда ты ее нашел, мы даже. Да, потому что я ее искал 2 месяца, гребаный. Да, мы просто зашли в дурацкую палатку. Да. Там еще РПГ. Да, вот именно. Я сколько помню ее пытался найти, как я за нее старался. Я помню целую неделю. Я до обновления, когда знаешь, аирдропы сами появлялись, когда игра захотела. Альт, не забывай. Да, альт, вот. Хватит болтать, говорим про альт. Говорим по делу. Ну сейчас я хотел высказать свое мнение, то что я искал очень долго, помню, я все время лутал аирдропы, искал ее. А там все время были снайперки и пулеметы. Все, теперь по делу. Надо найти чувака, у которого будут патроны. Блин, а у тебя аир, подожди, если ты сейчас его не... Аир, точно, ёпта! Кидай вон туда. Не, не так, сюда. Так, в какую сторону? Это мы где? Там, где это? Камень большой. Там, где туда? Камень большой, кидай. Да-да-да, кидай. Я думаю, мы одно движение зоны переживем, я очень на этом надеюсь. Он на дороге зареспавнился, ну чё за бред? Ну, это тупость. Сейчас с двух сторон будут обстреливать. Ну да. Блин, надо бы пополнить. Надо найти вот любых бомжей и убить их. О, сейчас вот тут вот нас могут хорошенько так прижать. А ты аккуратненько. Да. Куда я? Окей. Все. Блин, ну... Где главное, зато... я протестировал, я показал, как она действует, в принципе, частично. Да, и мы столько с тобой стреляли. Да, ну, так столько... что... Ты даже килл сделал. Ребята, так что, пожалуйста, поставьте лайк. Не надо дизлайк, хотя бы не на эту серию, там на следующую. Хотя бы не на эту. Мы же ютуберов сейчас не хуесосим. Ну да, мы, видите, мы стараемся, да все для вас. Чтобы вам было весело.
Так, ладно. Блин, вот, и, мне кажется, все-таки движение зонами не переживем. Что-то вот мне подсказывает. Хотя Айр скоро упадет. Нет, офигенно, господи, вы рядом с зоной. Обалденно, а он не в зоне. Чувак! Где? Вижу. Ой, он меня убивает! Уйди! Я не видел из-за тебя, ну хорош, блин. Да я просто любитель экшен, теперь я хочу быть как Рэмбо. Они могут сверху полезть, сверху. Вот это точно будет жопно для нас. Так больно. Если сейчас на камнях вот там будет, очень больно тоже будет. Если на камнях вот там есть. Если что, вот я тут щиты поставил. Да-да-да. А у тебя их много, что ли? 6 штук. Так не расставляй, да, они нам понадобятся еще на стоп, не забывай. Ну я поставил тактис, чтобы на всякий случай заметил. Нужно взять обязательно. В тех палатках, может быть, лут будет, сбегаешь? А, это, ну давай ты лучше. А, нет, давай так, я. Ну, они могут сейчас Айр принять, занять позицию. Я пока их прочекаю. Блин, я не знаю, я карю. Да, они сверху, сверху вижу одного. Он лоу хп один. Блин, я не умею в голову давать, как ты, к сожалению. Да я попал ему два раза в голову вообще без. Ну, вот я же говорю, а я не умею. Айрдо падает. Очень медленно падает. Он еще не упал. Он еще не упал. Да, ну мы, в принципе, можем. Нет, в зону, если резко забежать, то можно. Чуваки нас примут сейчас. А тебе надо их убить. Да если бы они вылезали. Я они тоже, не вылезают, Димон. Да крысы обоссанные. Обегаем их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уходи, Андрюха. Я жив. Ты жив? Слава тебе, Господу. Так, они бегут к проходу. Понимают, что мы сейчас туда бежим. Убил одного. Найс. А может он там один был? Или их двое? Нет, их двое. Я в зоне. Все, я спрятался. Блин, Айр упал. А Айр не залутаем, да, я так понимаю? Ну, если его убьем, тогда еще можно. Да, он близко, в принципе, возможно. Да-да-да, возможно. Если надо. Резко надо забежать и взять чисто оружие, да, тогда я смогу. Нет, лучше бы ты лучше. А, нет, блин, я не знаю, кто лучше побежал. У меня щитов два всего. Давай-ка лучше я все-таки. Хотя базуку просирать тоже и жалко будет. Ой, да ну, бля. Ну, потому что если мы сейчас найдем боеприпасы, будет... У тебя белая аптечка, давайте белую аптечку дропну. Давай, давай, давай. Я быстренько юзану ее. Ты убил того чела? Ну, походу, нету, потому что одного никто не стреляет. Только убил. Я только одного. А второго нету, видишь? А второго... Нет, они вдвоем были. Ты дашь мне белую аптечку? А, нет, подожди, один же. Дашь белую аптечку? Мне по-быстрому, вот, давай. Я куда-то сюда кинул, вон она лежит. Вот, давай. Сейчас я быстренько резко добегу туда, лутану, вот. Ой, самое. У меня FPS что-то 15, 12, 10. Это оптимизация. О, все, все, все нормально, 80. Кстати, мне не просаживалось сейчас. Так, у тебя пока. Нет, иду на разворот, я не добегу, не добегу, ты не добегу. Успеешь, да, не успеешь, да, я просто помню, уже пытался так. Юзай. Я знаю, я знаю. Я видишь, я бы не добежал, я сейчас пока добежал бы, взял, я бы уже сдох. Нет, я просто уже помню. Нам у меня. В зону бежать. Я пойду залутаю этого чувака и валим. Я бегу к тебе. Просто у меня уже был опыт с этими ардопами в зонах, поэтому я уже научился рассчитывать. Мы с тобой уже бегали. Да, я помню, как я сбегал и сдох. Прикинь, у него сейчас. А нет, у него нет этого мешочка. Блин, вот надо мешочек найти. Мешочек счастья. С говном. Ой, ладно. Так, я вторую пушку на всякий случай. Ребята, веселая серия. Так, блин, плохо, что мы бегаем с тобой по отдельности. Вот это как-то. Не вместе. Так, 9 человек, у нас есть шанс взять топ-1. А у нас это зона, это получится, Димон. Просто божественный контент. Ну, только вот на Айр с тобой. Да, и, в принципе, ракетницу, ну, мы протестировали хотя у бы. У меня 42 пейнкиллера, первый раз так много. А, у меня тоже такое бывало много там. На горе сейчас кто-то может быть. Я вылез. Давай быстрее, пожалуйста. Я могу и не добежать, Димон. А она, в принципе, медленно идет. Ты можешь успеть. Блин, сейчас сверху меня кто-то... А, нас под нас сыграет. Да, она медленно. Сейчас нас могут сверху зажать. Ааа, зависло. Ты лагаешь. Да, у меня кадры что-то взяли. В игре именно. Да, вот я же и говорю. А, так, да, у нас 6 противников. Давай. А, надо уходить отсюда, у меня здесь 20 кадров. Подборку. Это не оптимизированное место. Вот, теперь оптимизировано. Я же говорю, блин, в некоторых местах не оптимизировано. Вот сюда. Как какой, аккуратно, может быть какой-нибудь Рэмбо в виде мясника, который сверху спрыгнет. Мясник? Ну да. Ой, блин. А у меня еще и 180 щит есть. У нас есть шанс взять топ-1. Ну да. Вот это я заорал, конечно, смачно. Да ты бы просто видел мое выражение моего лица. Патронов нормально? 60 и 30. Ну, короче, 90, в общем, если и то считать. Как бы. У снайперкого чувака, вот возьми патрон. Да-да-да, вот, кстати, вот он будет тебя хорошенько насаживать. Блин, меня базука палит, но я буду с ней бегать. И 180 щит ломается. Ой, зона под нас, нам нужно наверх, Димон. Сейчас я же говорю, как-нибудь тут надо обойти. Блин, только помнишь, мы сдохли, когда пытались обойти один раз. Главное не лохануться так еще раз. А здесь вот только так, нас... вот, я поднимусь, я нормас, я поднялся. Изи. Изи-бризи на маслине. Ой. Вот, чего? Поднимайся еще здесь, вот тут еще. Ой, тут никого нет!
Я на самом верху. Ты уверен, они могут быть... Я хрен его знает, беги ко мне, я на самом верху. Хрен знает, есть ли тут кто-то или нет. Ну сейчас мы палимся очень жестко. Очень жестко палимся, нас сейчас спустится чуть пониже вот в зону. Зато мы в самом верху, ты понимаешь, если зона на нас играть будет, это мы поймем, как а тогда. А зона сейчас на нас играет. Это как тогда, ну как? Помнишь? Она очень близко. Помнишь, как мы просрались за зону? Я не в зоне, смотри, я не в зоне. Мы... Вижу, чуваки, вон снизу. Давай их расстреляем. Давай. Где? Я не вижу. А, вижу, вон они. Иду огонь. Убил одного. Хорош. Там еще двое. О. Вот давай, это называется... Зону в дерево. Папа и батя идут в бой. Черт, ты понимаешь, мы сейчас очень удобно в зоне оказались. Если она в их сторону пойдет, это мы не добежим до туда. Нет, не факт. А зона будет в эту сторону играет. Очень больно будет нам. Чувак бежит, валим. Где? А, я думал сзади. Вон он, чувак, вижу. Хорош. Убили, еще там снизу давай. Еще. О, всех мотозим. Батя нагинает. Есть! Нет, мне мы а, его нет, убили. Не мы его убили. Слева есть чувак. Слева? Под нами есть чувак. Да вот вижу, я боюсь, что он сейчас поднимется. Вижу их. Они сейчас будут туда бежать подниматься. Блин, вот он сейчас будет его идти лутать. Да. Ой, сбоку. Кто-то нам стрелял сбоку прямо. Не знаю, под поднимутся нами. Они или нет, я боюсь. Щиты есть, поставь. Щиты есть, да. Они... Рядом с нами зона. Да поставься, идиот. Он не хочет ставиться. О, поставился. Вот еще. Два щита, я думаю, слева хватит. Слева ставь. Слева ставить? Нет. А, понял. Да, там очко и всего. Вот. Вижу, чувак бежит лутать. Валим его. Убили. Убил. Ай, меня залагало. У меня залагала картинка, сука. Да, вижу. Сзади бежит. Блять! Два хп, идите просто нахуй! Один на один бы я остался! Два хп! И он, конечно же, его добивает, потому что у него осталось 2 хп. Пиздец, третье место. Почему тебя залагало? У меня зависло прям надолго, на секунд 5 где-то. Я не мог двигаться, у меня картинка. Я видел, блять! У меня 5 киллов, 1400 дамага! 1300 дамага! Это мой дамаг, как бы, по сути. А, подожди-ка, сколько? У меня 1371 и 2 убийства. То же самое. У меня 13 хедшотов. У меня 2 хедшота. У меня 13. Блин! Такой хуйцо с 2 хп. Он, короче, лоу хп остается, я перестаю стрелять. Ну, то есть, все, он убил. И он дизает зеленую аптечку, блядь. Он сдаёт 2 хедшота, блядь. А, и у него остается 2 хп, блядь. Пиздец. Я бы сейчас, если бы я взял сейчас топ-1, это был бы просто лучший контент на YouTube. Да, к сожалению, не получилось. Но все равно серия очень эпичная, прям очень. Ты понимаешь? А как отменить? Блядь, у нас же есть эти коробочки с устами. А, я открыл их 2. Ну, сойдет, ладно, это все равно 2. Я хотел тебе что сказать. А у меня картинка, как раз я когда отвисла, у меня было где-то хп 30. То есть я еще мог спрятаться. То есть если бы она не зависла в этот момент, я бы спрятался за дерево и выжил бы. Если бы не зависла. Но она зависла. Да, то есть я даже... Мы бы могли его убить вдвоем. Даже понимаешь? Спустя 5 секунд я был еще я жив. Я думал, они в команде, блять, я вот этого боялся. Я думал, они в команде сейчас с двух сторон меня зажмут. Да, ёб, как мы просрали, жалко. Пиздец, конечно. Такой изи был бы топ-1. Жалко, ты его не убил, я не понимаю. Да, я бы и того убил, который сзади... Этот чувак, он просто, наверное, там оргазмировал, потому что он вышел, одну пупку, ну, да. Он сдох. Просто жопа. Но зато мы это нашли... Это самый легкий килл, 2 хп у кого-то там не было. Ну да. Господи, я уже... Почему я перестал в него стрелять? Такой дебил. Блин, да, ты убил, кстати. Просто начался вот это право-лево. Угу, да-да, это помогает, кстати. Сука, если бы я его убил бы, я вот, я думаю, топ-1 бы я точно взял. Обалдеть. У меня была очень-очень везучая позиция. Это просто какая-то жопа. Так жалко. А так красиво было, ребята. Ну, поставьте лайк, если оно прям вот вам не жалко. Ну, в принципе, что вот там жалко? Нажмите на кнопочку просто, да и все. Да, если хотите, еще пару тройку судей вас представим. Да, вообще прям идеально. Таких потных будем стараться искать. Ой, самые. Да, потные. Знаешь, вот надо вот именно вот такие выбирать. Блин, вот козлы, конечно. Блин. Единственное, что я могу сказать, что они полнейшие уроды. Так все обломали. В смысле, Алекс? Ну они уроды, я говорю. Желтые, ладно, ребята, желтые, помню. Сколько желтых? Гранат 2. Ну, значит, я дропнул. Есть. Вот это они, конечно, резко к нам зашли.
Да, мы разнесли опять бомжей, да-да-да. Вот и экшен, вот это мне нравится, за это. А ты же снимал? Я вот сейчас включил только запись. Уже... А, то есть, когда было мясо... Нет, я только сейчас включил. Да я что-то как-то думал, как выжить. Ну, тогда нет времени думать о включении записи. 3 кило, значит, у меня. У тебя сколько? 0, да? У меня я вроде никого не убил, ты там убил. Палатка, давай, посмотрим. У меня патроны закончились, еще картинка опять зависла на одну секунду. Хотя в меня не стрелял даже. Я не знаю, что она зависает. Тут не лутались. Мне сейчас, прицел сейчас прикинь будет потом. Лежать РПГ. Ой, я помню, я короче... А, да. Нет, я думаю, так уже не повезет. Ну или потом, только спустя какой-то большой промежуток времени. Ты зараза. Вот зараза. У тебя сколько счетов? 4. У тебя сколько? Ух ты, ясно, понятно. У меня 10, я пополам разделил. У тебя сейчас, конечно, 9. 9, да-да, подожди, что я хотел сказать? Ты обычно заставляешься счетами. Аккуратнее бежим. Блин, я что-то хотел сказать, уже забыл. Патроны нужны, так, патрон нет. А, прицел нужен. Может, это я хотел сказать. Что-то я хотел сказать. Прицел, если найдешь, мне дай какой-нибудь. Да, я поменяю, если он... Нет, я дам мейдиум рейндж... Ой, это... Ну, короче, снайперский. Ну да. Я ж не люблю особо этот ПСА. Он взять топ-1. Непрактичен. Хотя бы топ-3. Чтоб получилось хотя бы сочно, прям так. Прям идеально. Что 3 кило не записал. Да, я же говорю, я думал, как выжить. Очень хорошо дом принял. У него реально, ты видел, у него не было полосочки ХП? Да, я вот я же говорю, у него прям я на самом... Я ему лоу ХП оставил, я думал, что ты его не убиваешь. Да он как-то выжил, засранец. Я просто 5 патронов было, я его отстрелял и такой свалил. А у него, оказывается, ХП вообще не было. Ну да. Фу. Прикинь, Молодас раскатал с таким количеством ХП. Вот бы он угорал. Ты что-то разговаривать начал, ты нажал. Да, случайно нажал. Я, наверное, все-таки оставлю коробочку с патронами, если всюду к ракетницу и снайперку найдем. Для такого случая оставлю. У меня 900 патронов синих. Да ладно, дай мне хотя бы стольник, потому что у меня есть синяя пушка, потому что... На, забирай. Спасибо. Ну, там не стольник, конечно. Я половину, короче. Мне без разницы, мне столько не нужно. Я столько, да, не все стоит. Равно дофига слишком. Да. Подожди-ка, мы в зоне с тобой? Это будет смешно, если мы да, не да, в зоне. Да, да, в зоне. Я уже чекаю, не спит. Нам бы сейчас рейдроп найти какой-нибудь и залутать его. Давай в разных точках засядем. Я чуть сзади сяду, чтобы нас спину не вышло. Нет, сядь там, где ты мы были. Хотя ладно, окей. Да я сверху хочу посмотреть, есть ли кто-нибудь. Давай принимать тех, кто будут к нам бежать. Угу. Давай-ка сзади посмотрим, да, с горки. Есть ли те, кто бегут из зоны? Мы все равно в одной точке с тобой. После криков горло болит теперь. Я пока никого не наблюдаю. Пора, мать его. Так, там у нас военная база дальше. Да? А, да. Ну да, в той стороне она. Палатку нашел. Я никого не вижу. Нет. Людей снизу нету. По крайней мере, не видно. Там есть палатка, я не знаю, сбегать ее залутать или нет. Один. Без меня не беги. Да вот без я тоже боюсь. Ну, подожди-ка, беги ко мне тогда. Все, теперь можешь бежать, лутать. Я рядом. Окей. Не, здесь вряд ли кто-то есть. Хотя, если кто-то есть, будет обидно. Да не, наоборот, экшончик. Надо убить будет, и все. Угу. У тебя пенкиллер, кстати, сколько? У меня 16. У меня тоже. О, чёрт. Так, залутано? Нет, да, нет, где прицел? Дайте прицел, вы достали уже. Так, пушка 3 патронами, но я ей пользоваться не буду, она мне в последнее время надоела. Снайперский потом. У меня прицел опять, да что вас... Да я тоже не вижу прицела. Все, бежим. Побежали. Валим. Лучше заранее бежать. Там город сбоку. И каньон еще. Ну то, что уже зона не под города, это уже приятно. Ну да. Нет, потому самое главное, чтобы не было болота. Городах... Если... Все, болота нет, отлично. Потому что болото это самое лагающее место. Визит, да? Да, вот там самое вот жесткое место, это у меня болото. Там у меня 15-16 кадров, там все, там. Это смерть. Там мне топ-1 не получается брать. Блин, чё ж насадок нет вообще? Я же говорю, вот когда вот на полянке... Аккуратнее дорогу... бежим, просто аккуратно пробегаем. Я, кстати, же траву себе порезал, ну что, поменьше вот я сейчас травы, раньше. Кстати, нету вообще у меня. Ну, у меня тоже, я-то её поставил. А нет, вот сбоку что есть. Я видел, что чуваки лежат в траве и... Меня чувак, сбоку! Слева, справа. Он меня увидел, 5 уровень. Один бежит, да, вижу, другого увидел. У него нет, походу. Вот в то дерево, которое стреляет. Попал в него. Он на меня смотрит. На префа мы шмаляем, чтобы не выходил. Попал по нему. Он пытается меня убить. Меня стреляет.
Я еще двигаюсь. Мы не в зоне. Меняем дерево. Дерево меняем. Ну, давай, побежали. Так, теперь вот тут. Надо его зафигачить. Вот тут. Сейчас проблематично, если сзади меня кто-то зашмокает. А, вижу его. Он до сих пор там стоит. Я его очень сильно прокоцал. Давай, бегу к тебе. Он вообще без хп, у него, походу, аптечек нет. Вполне нет, возможно. Он просто засел. Угу. Давай я пробегу, его заберу. Ну, если ты уверен, прикрой, прям. Прикрой, вон он. Прикрой. У него есть хилки, он хилился. Есть хилки. Черт. Ну, сейчас я ему подарочек закину на Новый год. Давай, блин, я боюсь, только не умри, а то мне потом одним скучно. Чуть-чуть не долетела граната, фигово. Я тоже пострелял. Я его убил! Стоп, чего мне... А, подожди, не убил. Димон. Я его убил. Нет, надписи спорим, нету. Спорим на косарь. А, да вижу труп, да не надо, не буду я с тобой на косарь. А почему надписи нет? Надписи нет. Что у него было? Прицел, дай прицел. Говно одно, нет, не прицел, тупо патроны. Пулемет есть. Пулемет нет, нахуй. Пошли полотку, тут рядом есть полотка. Ой, фу, полотка. 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 Моя любимая полотка. У меня 500 миллионов патронов. Вдруг там РПГ были. О, уже топ-13. Да, я тебе говорю, тут быстро люди, тут топ-20 легко взять сейчас в последнее время, люди дохнут очень быстро. А я его убил, блин, 2 хэдшота прописал, я думал, как он не сдох. У меня просто красный хитмаркер был. Есть, так, то есть это не... Вот прицел хотя бы снайперский сойдет. Более-менее. Ну, щиты, а тут вообще патроны. Без прицелов, я знаю, стрелять не умею. УЗИшку нашел. Блин, у меня куча снайперских патронов. У меня 15. Но если найдет снайперку, будет хорошо. Заживем меня... как надо. У меня тоже 15. То есть 30-ка это с головой хватает. Угу. Но УЗИшка! Я же тебе сказал, ЗУЗИшка, я тебе тогда еще сказал. Зона. Я не услышал. Или... Ну, это бывает. Хорошо. Я тоже вот часто не слышал. Вот тут давай по горочке поднимемся. Угу. Вот тут, кстати, в этой палатке я РПГ и прокакал. Точнее, чувак меня выстрелил в этой палатке. Тише. Давай тоже... пока не спешить. Да, вот я тоже. Или подожди, сразу займем камень. Да, я вот тоже что-то слышу, какие-то шаги. Вот тут меня, помню, убили, кстати. Валим, давай, проходим быстрей. Меня тут убили. Помнишь, два чувака в разных точках сидели? Ну да. Не, меня здесь убили, когда я базуку взял. Ну сколько у тебя щитов? Может, ты поставишь? А, 11. Ставь. Поставь, чтобы спиной не стреляли. Вот чтобы... Ну вот так вот. Поставь, чтобы вот спиной так? Просто. И правей. Двое. Два щита. Вот так? Еще право. Да, еще право. Вот, отлично. Ну, я думаю, все, не перебарщивать надо. Да, потому что оттуда противника не будет, а если со спины будет, то мы примем. А нету, блин, у меня металлических нету, поэтому проблематично. У меня 2 и 4. Надо экономить. Ну, пока надо. Нормально, пока нормально. Ну, поверь, когда знаешь топ-5, топ-3, ты понимаешь, что это было зря. Такая. Так, с той то, что ребята перестреливаются. Хорошо. Вот надо как в тот раз, мы агрессивно залетели. Ну, давай лучше не будем сильно рисковать, потому что... Сейчас у нас зона идет, мы сейчас зря бежим я в ту сторону. Лучше. Там зона я плохо, лучше. Там как раз зона в этой, куда ты бежишь в сторону, там зона больше, наоборот. Поэтому там ну, хуже. Я думаешь? Знаю, тут меньше в этой стороне, в ту сторону противоположную. Подожди-ка, мы на дороге будем? Мы, походу, на дороге... Где военка? А почти там военка есть? Я, кажется, знаю, что это за зона. А нет. Нет, там нет военки. Ты чё? Нет, ты это не та, блин, я мне показалось, я думал... Ты чё путаешь? Видишь, нормально. Я же говорю, ты увидишь, что в другую сторону идешь, где далеко, да, надо наоборот. Да, я не в ту сторону выбежал. Я же говорю, если мы туда бежать будем... А слева белой палатки есть, чуваки, помните? Убегаю. Слева палатки. Вижу чувака. Попадаю в голову. Хоть что попал? Залагало. Там три человека. Охереть, сейчас они там будут меситься. Да мы тоже с ними месимся. Убил одного. Ты хорош. За щитом есть или нету? Я не знаю, вроде сдох. Валим отсюда, все в жопу, мы уже много настреляли. Вон, сломал щит, нету. Там другой чувак еще в палатке, ты его убил там. Просто три человека было я возле палатки. Да, я видел. Обалдеть. Валим отсюда. Чё-то их слишком много. Жирно, да. Расплодились, зараза. 4 противника, Димон. Прям как китайцы. 4 противника? Изи, да. У нас еще зона хорошая. Мы... Блин, нет. Мы не... А, сейчас дерево нас кто-то вынесет. Ну, иди да. Ко мне быстрее. Ты следи, сейчас мы пока на камнях, вот он на камнях, иди точнее. Иди ко мне быстрее, давай проверим. Я в зоне. Беги ко мне, палатка, Димон. Где-то палатка. Вот. Да я сейчас прибегу, ты следи. Нам сейчас наоборот надо узнать, где они находятся. А я слышу, трое справа от меня. Я пока на камнях стою, я поищу сейчас. Нет, никого не нашел. Хреново меня из меня искать. 6 человек. Я здесь помню был уже. Тоже сдох. Меня как раз вот за этим камнем и убили. Че-то мы уже все знаем места, где дохнуть. Да, и где не дохнуть. Они прям впереди там нас. Там 3 чувака, там 3. Там жесткий замес.
быстренько отстреливали. Там жестко. Что-то они какие-то дауны косые, походу. Ну, походу, долго да, не убивают. Пойти их надо наказать, их всего 4 и трое там. А, и слева далеко есть. Пойдем их накажут. Давай, ну блин, не рисковать так. Как бати, пойдем раз. Если мы сейчас просрем, я тебя убью, потому что топ-1 хочется взять для себя. Я их вижу. Я вижу тоже, смотри. Чувака. Я просто выхожу, смотрю. Он меня видит. Он присел и в меня целиться начал. О, один лоу хп был. Там оба двое. Там, да, там. А зона двое, здесь да. будет. Стой, я знаю эту зону, она здесь будет сейчас, где мы стоим. Она, им надо будет бежать сюда. Ты отвечаешь. Я помню, да. Знаю. Лично у меня здесь было вот так. Сейчас вот тут надо стоять. Если... Она должна быть они здесь. Они за камнем большим, Диман. Вот. Охереть, ничего себе ты, Ван. Она потом сюда, она сюда пока будет не палимся, идти. Давай пока не палимся. Я же говорю, давай ждать, пока не придут. Я не вылазь, не вылазь, просто отвлекай. Да все, я тут стою, я же говорю. Она тут должна быть, я помню. Она здесь была. То есть в нашей стороне должна будет зона потом, последняя. Я сейчас пока на камень залезу вот так вот. Да, можно лечь просто, залезть на камень и лечь. И тогда тебя не попадут. Да, если вообще не двигаться... Они до сих пор за камнем сидят. Как думаешь, камень в зоне, нет? А вот, честно, пока по карте посмотри. Нет, если сзади, то сзади нет. А вот спереди нормас. Нет, он в зоне, Димон. Я увеличил. Сейчас. Черт. И перебегать не надо. Ну да, там частично, конечно. Но мы их можем спалить, если вот как-нибудь сбоку чуть-чуть. Блин, лучше давай ждать, короче. Давай из зоны перебьем одним словом. Как да, нас прибили нам нужно, зоны. Нам нужно взять топ-1. Давай, да, потому что для... Тупо с позиционным преимуществом займем топ-1. Да, вот я же говорю, давай сочно как-нибудь сделаем. Следующая зона, как думаешь, у нас будет? Да, у вот нас. Должна быть. Видишь, зона сзади нас, а я же тебе говорил. Я же тебе сказал, я эту зону знаю, я здесь был уже. Я здесь потом. А, то есть она прям здесь будет окончательная? Да, она вот сейчас должна в нашу сторону сейчас появиться, когда вот прям в самом углу нашей зоны должна быть потом. Но они будет... за камнем, видел голову видел. Ну вообще лучше постараться их убить, вон щит стоит. Да, вижу, а его раньше не было. Да, значит, я они нас спалили, Ну да. Вон он торчит, и щита! Стреляй, 40-й левел, 40-й 9, и 49, короче, 40-й какой-то. Ну, охереть, высокий чувак, вот, ну короче. Теперь нам жесткие попались. Тут потный чувак будет. Ну тут чувак не должен косить, так что вот с этим опасно. Следи за ним. Так, я смотрю, чтобы они с другой стороны не обошли и сверху как-нибудь. Ты за щитом следи, а я за другой стороны. Да, я именно так и делаю. Я как-нибудь за верхом и за другой стороны. Вот я сказал, да, наши будет. Зона, по сути, я тебе говорю, да, я не Ванга. Давай займем сразу. Окей, я же тебе говорю, я не Ванга, я просто это знал. Ой, как бы это было уже. Я здесь буду за деревом стоять. Он вышел. Вижу. Стреляй по нему. Вон, прыгаю, я в него шмаляю. Он еще щит поставил, засранец. Веду огонь по нему. Ты, конечно, плохо. Без головы его оставил. Ломаю щит, давай, убивай его. Да я вот сломаю щит. Давай, им нужно бежать к нам. Вот чем прикол. Им придется до дерева добежать, а дерево очень далеко. Надеюсь, что их там двое. Мне они кажется... еще щит поставили. А у меня патроны заканчиваются, ёпки. Надеюсь, Димон, я сейчас... Ой, нихера их не двое. Сука, в спину расстрелял, у меня зависло. Давай, Димон, вся надежда на тебя. Хилься. Залагала. Хилься. Слева. Ставь щит. Ставь же щит. Где чувак тот, я не вижу. Слева, за деревом. Вот там, где мои щиты, там он стоит. Да, вот я знаю. Видишь щит металлический? Да, вижу. Видишь металлический щит? Он там, не выходи на него. Просто забей. Все, это он, да, он остался, который слева. Слева который? Который слева, да, который за металлическим. А, видишь, вот вижу. Его? Давай, вся надежда на тебя, давай, мясо, показал, класс. Не выходи! Не выходи, Димон, тебе я гранаты сейчас убью. Гранаты, да, убьет, кстати. Шанс есть. Но он косовато как-то кидает. А нет, не косовато. Ой, не стреляй. Огонь. Ставь щит. Да ставится щит. Ой, обоссанный щит. Найс, ты поставил его тогда, когда уже умер. Да, если говорю, щит ставится. Ладно, я ребята, думал... все равно получилось, круто. Косяк. Получается, моя... это два от других чувака или я не понял? Да, они разные, они соло были. А как тот сдох, я не понял? Он его убил. Он его расстрелял в спину. Мать. Бля. Если был бы ты жив, я бы не так сильно испугался. Косарь, урона, косарь! Да. 1011, да? Офигеть, да. Ой, наша общая на команду урона. Ну тоже получается круто. Так, сейчас буст кейсы. 180 щит. Щит. 180 щит. 180 щит, уже два. Нет, у тебя патроны. Один. Медикал. Мины. Медикал. И давай ардроп просто для идеала. Медикал, давай. А, мины. А, щит. Ёлка-то баба. Ну, значит, возьмем кучу. Ну, значит, возьмем следующие катки по щиту. Фу. Пока.
пока закругляемся. Идем снимать GTA. Да, ребята, если вам понравилось, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Фух, это получилось, конечно, эпично и потно. Блин, я опять начал засаковать, из этого сдох. Но молодец, он, блин, меня зажигательно гранаты кинул. Надо было тоже в него кинуть, я что-то не допер. Ладно. Ну ты тоже говори, давайте. С вами был Дилан и... Всем... И Андрон, всем спасибо за просмотр и всем пока. Всем спасибо.